Привет, с вами компания 3D Tool, и сегодня мы хотим вам представить новинку 2018 года, разработку российской компании Picasso 3D, 3D принтер Picasso Designer X. Picasso Designer X является продолжением популярной модели Picasso 3D Designer. Новый Designer X объединил в себе доступную цену и все новейшие технологии платформы X, показавшие себя в принтере Picasso Designer X Pro с лучшей стороны. Разница между Designer X Pro и Designer X лишь в том, что Designer X оснащен лишь одним экструдером для печати одним материалом. А теперь давайте рассмотрим данный принтер подробнее. В первую очередь изменился внешний вид, стиль корпуса со всеми его изгибами и преимуществами был заимствован от Designer X Pro. Сам корпус сделан из композитного алюминия. В корпусе есть две съемные панели для установки двух катушек филамента. Все это наводит на мысль, что это первый принтер от Picasso 3D, который подразумевает апгрейд до старшей модели X Pro. Стоимость апгрейд еще не названа, но имеет такую возможность, как минимум отличная защита, инвестиции конечного пользователя, особенно на старте любого бизнеса, где требуется 3D принтер. Вся механика держится на отдельном стальном каркасе, что позволяет добиться идеальной вибростойкости и жесткости всей конструкции. Габаритные размеры нового Designer X без упаковки 49 на 43 на 39 см. Компактные размеры позволяют разместить его где угодно. Фронтальная дверца открывается вверх, так же как и в прошлой модели. Производитель добавил уплотнитель для качественной звукоизоляции и теплоизоляции. Рабочая камера полностью закрытая со всех сторон, что очень важно при печати высокотемпературными пластиками. Давайте остановимся подробнее на основных технических узлах нового 3D принтера Designer X. Кинематическая схема Picasso 3D Designer X. Кинематика нового 3D принтера, как и все машины от Picasso 3D, это собственная разработка компании. Механика основана на двойных цилиндрических валах диаметром 10,8 мм. По оси Z установлены двойные цилиндрические валы 12 мм. Движение рабочего стола по оси Z осуществляется через ШВП. Привод по осям X и Y работает посредством шаговых моторов и зубчатых ремней. Все вполне привычно. Экструдер. Это полностью новый экструдер, ничего общего с экструдером от прошлой модели нет. По большому счету, в экструдере Designer X используются хорошо зарекомендовавшие себя технические решения от Picasso X Pro. Экструдер спроектирован для работы в широком температурном диапазоне. Никаких тефлоновых вставок. Они не выдерживают работы с инженерными пластиками, также изменился механизм подачи пластика. Это позволяет беспроблемно использовать хрупкие материалы, например, вуд. А специальная направляющая подача пластика, взятая от печатающей головки Designer X Pro, дает возможность работы с гибкими материалами. Максимальная температура экструдера 410 градусов по Цельсию. Это является, пожалуй, самым крутым показателем среди всех персональных 3D принтеров, работающих по технологии FDM. Возможность работы на таких температурах позволяет использовать Designer X для печати инженерными пластиками с высокими прочностными и тугоплавкими характеристиками. Ранее печать такими материалами была доступна только на промышленных 3D принтерах стоимостью от 20 тысяч долларов. Управляющая электроника. Picasso Designer X обзавелся совершенно новой управляющей платой собственной разработки. Ничего общего с любительскими платами Arduino нет. Новая плата работает на базе процессора ARM Cortex-M4. Запас мощности позволяет обрабатывать сложные алгоритмы 3D-печати без глюков и торможений. Это особенно актуально при длительной 3D-печати. Рабочий стол. Рабочий стол представляет из себя алюминиевую платформу со съемным стеклом на магнитах. Максимальная температура нагрева до 140 градусов по Цельсию, что хватает для поддержания адгезии и температурного баланса внутри рабочей камеры практически для всех пластиков, продающихся на рынке. Широкий диапазон рабочих температур экструдера и печатной платформы позволяет не ограничивать себя в выборе материала печати, делая 3D принтер Picasso Designer X универсальным рабочим станком для работы со всеми пластиками для 3D печати. Экран управления. Полностью изменился экран принтера, вместе с ним добавилось много новых и полезных систем. Меню полностью на русском языке. Странно было бы не увидеть русский язык от российского производителя, а благодаря анимированным пиктограммам на экране в нем разберется даже новичок. Вспомогательные системы управления 3D печатью. В новом 3D принтере Picasso Designer X появились все системы автоматизации, которые используются в принтерах, работающих на платформе X. Преднастроенные профили под различные виды пластика. Теперь не надо каждый раз готовить задание на печать для определенного материала. При установке пластика система уточнит у вас, что за материал используется, и автоматически поменяет все нужные параметры. Контроль подачи материала. Контроль подачи материала позволяет вам избежать брака.
Больше не будет таких случаев, когда у вас закончился пластик, а принтер печатал в холостую. Система оповестит вас заранее, тем самым вы будете всегда готовы к этому и не потеряете много времени. Но обрыв пластика не очень частое событие, а вот засор случиться может в любой момент. Система контроля подачи пластика сразу заметит изменения в подаче и запустит автоматический алгоритм очистки. Если это не помогло, то принтер поставит печать на паузу и будет ожидать вмешательства оператора. Но это еще не все. Новая система контроля может отслеживать любые проблемы с филаментом, в том числе нестабильный диаметр и запутывание на катушке. Без систем контроля такие проблемы приводили бы к браку, что отнимало бы немало времени. Теперь при обнаружении проблем принтер встанет на паузу, и после устранения причины можно продолжать работу. Система контроля первого слоя. Она работает так же, как и в Designer X-Pro. В зависимости от используемого материала, принтер сам высчитывает необходимую высоту между соплом и столом для улучшения адгезии первого слоя. Ведь именно этот момент по большому счету влияет на успешность всей печати в целом. Сетевой интерфейс Ethernet дает возможность объединить все ваши принтеры в одну производительную FDM-ферму. Будет возможно распределять очередь заданий на доступное оборудование и удаленно контролировать состояние всех устройств. Новый Picasa Designer X перешел на совершенно новое ПО, знакомое нам по Designer X Pro – Polygon X. Программа полностью русифицирована, разработана исключительно под 3D-принтеры Picasa 3D, благодаря чему конечные пользователи получают такие преимущества, как удобство работы, улучшенные алгоритмы для создания G-кодов, унификация под всю линейку принтеров, работающих на платформе X. А теперь давайте посмотрим на Picasa Designer X в работе. Новый Designer X во всем превосходит своего предшественника, и это неудивительно, ведь компания Picasa 3D стремится к тому, чтобы каждый их новый принтер был лучше предыдущего. Если говорить о сферах применения данного 3D-принтера, то их большое множество. Благодаря дружелюбному ПО на русском языке принтер подойдет для образования. За счет системы автоматизации 3D-печати Picasa Designer X подойдет для начинающего пользователя. А наличие высокотемпературного экструдера, способного работать с пластиками при температуре 410 градусов по Цельсию, делает этот 3D-принтер незаменимым в производстве функциональных изделий. Возможность апгрейд до старшей модели X-Pro отлично подойдет для малого бизнеса и защитит инвестиции владельцев. И кстати, гарантия на принтер составляет 2 года. А приобрести данный принтер вы можете в нашей компании 3D Tools. Ссылка на него будет в описании под видео. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. До скорого!